Все это получается очень и очень спокойно. Хороший удар! А это Антонио! Как же сложно здесь было пробить и как же здорово это сделал сейчас третий номер новаторов. Посмотрите сейчас на повторе. Нельзя было поймать мяч еще с лета, вот, находясь на песке, а вот если подпрыгнуть, как Антонио, то можно было попробовать. И Антонио это сделал великолепно. Посмотрите. Двумя ногами прям, причем отпрыгнул. Отталкивался от песка. Ну и затем идеально вложил мяч в дальний угол. 3-2.